Друзья, привет! Видео снимала на Индустриальном проспекте 34, Санкт-Петербург. Покажу вам интересные новинки, полезные товары в этом магазине. А потом будет вторая часть из магазина «Домовой» в торговом центре «Невский каскад». Приятного вам просмотра! Светильник садовый на солнечной батарее. Это оригинальное украшение для вашего сада. Выполнен в виде гибких ветвей с лампочками. Длина 69 сантиметров. Теплый свет. Цена 249 рублей. Клеевой домик от мышей и других грызунов. Клей на подложке не застывает более года. 83 рубля. Опора для растений 50 штук по 40 сантиметров, сделанные из бамбука. 55 рублей. К летнему сезону поступили скакалки с колесом. Изделие надевается на ногу, а затем раскручивается. Другой ногой в этот момент нужно перескакивать через скакалку. Колесо светится во время движения. Есть разные расцветки. 199 рублей. Набор ярких фломастеров в тубусе. 12 штук в наборе. Крышки разные расцветки. 149 рублей. Готовим наши ножки к летнему сезону. Привезли крем для ног с мочевиной чудо-пяточки. Смягчает сухую загрубевшую кожу стоп. Производитель Корея. 99 рублей. Новое парфюмированное жидкое мыло для рук. Бутылочка с дозатором. 400 мл. 83 рубля. Производитель Россия. Город Пушкино. Все бутылочки одинаковые. А вот это, я считаю, полезная новинка. Полотенца влажные, хозяйственные, универсальные, очищающие. Подходят для всех типов поверхностей. 60 штук. Большой размер XL. Подходит для кухни, санузел, офис, автомобиль и так далее. Smart Эконом. 99 рублей. Сюда также поступили ведра для мусора на 9 литров с фиксатором для пакетов. Производитель Россия. 249 рублей. Две расцветки. Вакуумный пакет 40 на 50 сантиметров. Для выпуска воздуха можно использовать пылесос, а можно выпустить воздух руками. Материал ПЭТ и полиэтилен. 59 рублей. Все пакеты одинаковые. Органайзер для пакетов 14 на 11 и 27 сантиметров. Есть схема сборки. Производитель Уникопласт. 116 рублей. Две расцветки. И вновь полезная новинка – это чехол для вещей и сумок 35 на 15 и 25 сантиметров, вместительный и очень удобный, имеет две ручки, закрывается на молнию. Материал – нетканый материал и ПВХ, есть коричневый, черный, 149 рублей. Ведро для мусора, объем 15 литров, удобная крышка качели, не снять ни одно ведро. Не достать. 249 рублей, две расцветки. Ну, а такая новинка, я думаю, всегда пригодится в хозяйстве. Это щетка хозяйственная. Очень жесткая щетина, удобная ручка. Производитель Ростов-на-Дону, 39,50. А это щетка для пыли с телескопической ручкой, которая раздвигается до 250 сантиметров. Состав нержавеющая сталь, полиэстер и полипропилен. Имеются разные расцветки. И вот такой пушистик, очень мягкий, ручка из нержавеющей стали. Это еще я не до конца раздвинула. Она легко достает до потолка. 249 рублей. Пластиковые прищепки 10 штук, разноцветные. Состав нержавеющей стали, полипропилен. Производитель Ростов-на-Дону. 59 рублей. Поступили детские летние футболочки с коротким рукавом, с ярким принтом, 100% хлопок. Нашла размеры от 104 по 128. Покажу вам все варианты. Есть и на мальчиков, и на девочек. Производитель Кыргызстан. 199 рублей.
по сниженным спецценом. Приобретайте карту на кассе или оформляйте виртуальную приложение. Хлопковые женские брючки по 399 рублей сюда также подвезли, но это то, что осталось. Разобрали буквально за день. Коврик для ванной комнаты 45 на 70 сантиметров, я думаю, подойдет и для прихожей. Состав резина и полиэстер, без ворса. Вот такие коврики с разводами. Нашла только две расцветки, 249 рублей. Новый набор совок плюс щетка для пола, называется Фьюджи. Длинные ручки лежат вот там вдоль стенки, есть синий и зеленый, производитель город Смоленск. Цены пока не было. Заглянем в отдел посуды, но все это я вам уже показывала. Посмотрите, какой огромный, богатый ассортимент. Баночки подвезли по 199 рублей, все дизайны. Поступили и новые емкости для продуктов 550 мл с крышкой. Есть мерная шкала, крышки разных расцветок, производитель Россия, 33 рубля. А также квадратные контейнеры 630 мл с крышкой, мерная шкала, 33 рубля. Новые термосалфетки на стол 43,5 на 29 сантиметров с волнистыми краями. Выдерживают температуру до плюс 100 градусов. Показываю вам все расцветки, все симпатичные. И кто ее любит поярче, и кто любит нежные расцветки. А вот это вообще прелесть. Луговые цветы. 19,80. Новинка – хрустящие вафельные злаковые хлебцы с творожным сыром, с томатом и базиликом, без добавления сахара и пальмового масла. Изготовитель России – город Тамбов. 75 граммов, 39,50. Воздушное суфле – пухлый кролик с ароматом пломбира для жарки на огне. 5 шпажек находятся внутри. Россия, 200 граммов, 99 рублей. Магазин «Домовой», посмотрим новинки. Очень много скидок. Приятного вам просмотра. Большие блюда, 395. Вот такое с листочком, 255. И вот такое прозрачное, 200 рублей. Блюдо овальной формы, стекло, 159. Такое блюдо 185. Рыбка от Паша Бахче 115 рублей. Так, это шубаница написано. От Люминарка. 33 сантиметра. 555 рублей. Вот такое красивое. Смотрим аксессуары. Так, тут половник силикона дерева 269, лопатки 290. Такое блюдо, десертная тарелочка необычной формы, сервировочное блюдо, называется льдинка, 300 рублей. Баночка, емкость для меда написана, 327. Большая банка с крышкой для меда, 670. Смотрите, знакомое, золотым ободком блюдо такое, 1265. Вот такой салатник, 365. Такое блюдо большое, тарелка, 1120. Десертная тарелочка с ягодкой стоит 115 рублей. Керамика. Тарелки выгодно написано. Вот такая большая тарелка обеденная. 189, 150. Такая с цветами 225. А вот и с веточками 330. Есть для супа 240. И десертная 200 рублей.
Капец, выгодно тарелка. Вот такая тарелка 200 рублей стоит. А полостика такая 220. Так, есть глубокий по 160. И десертная 100 рублей. Хорошенькие. А есть салатники 115. Животами я вам уже показывала по 400 рублей. 275. А с тигром 230. Зебра 220. Так, с левушкой 275. Так, глянем в этот ряд. Вот такие миски из нержавеющей стали. Маленькая она, пол-литра. 70 рублей. Побольше 145. А вот такая она. Так, написано 16 сантиметров, 155. Побольше 225, а вот такая большая 245 рублей. Уважаемые покупатели. А есть нержавеющая сталь, миски с крышкой и вот с таким дном. 569. Ушки. Нержавеющая сталь 265. 185 и маленькая за 100 рублей. Островок выгоды. Так, набор для напитков. 5 стаканчиков и кувшин. 250 рублей. Так вот выглядит. Набор для специй. 470 рублей на подставке. Крышка из пробки. 470. Вот такой набор. Жульенец. Кокотниц. На подставке, на деревянной. Жульенницы сделаны из фарфора. 670 рублей. Такой набор. А, тут сахарница, солонка на бамбуковой подставке с ручками. И крышки бамбуковые. Есть ложечки, но их пока убрали. 1540. Набор блюд. Айсберг называется. На деревянной подставке стекло выкрывает вот такую мисочку. Две штуки. 1185. Кокотницы. Вот с такой ручкой стоит 340. А вот такая кокотница. 300. Такое красивое блюдо. Салатник. Это фарфор, покрашенный под бронзу, стоит 1130 рублей. Такая же чайная пара 600. И чайник 1439. Выгодно. Дуршлаг с двумя ручками 20 сантиметров, нержавеющая сталь 200 рублей. Это, наверное, вот такой поменьше, на ножке. А побольше. Так, вот смотрите. Все цены указаны. Бутылка для масла с дозатором 200 рублей. Набор губок бесно выгодно 80 рублей. Такие вот пористые, хорошие. Как для хранения стекло, бамбук, силикон 170. Большая. На 600 миллилитров 279. 80 рублей бокал. Вот смотрите цены от Паша Бахчи. 115 80 130. Сточек стеклянный 400 со скидкой, 45% скидка. Смотрите, опять выгода. Цены все видно. Кружек много. С крышками также написано выгодно. Все пластик. Прозрачная крышка. Это, конечно, удобно. Так, зеленые, коричневые 250 рублей. 4 литра. А поменьше на 2 литра и 8. 200 рублей. Хорошие скидки для мяса. 220 стоит. Вот в коробочке. Мясо. Отличная замена кухонного молотка. Пластик и нержавеющая сталь.
Вот такие цены. Хорошие скидки. Кружка 189. Тарелка обеденная 259. Десертная 189. Слушайте, хорошее качество. Такие ровненькие. Так, 259 салатник. Эти интересные горшочки. Вот такие вот стекло. Объемные вот эти пупырки. 945. Маленькая 465. Вот такая беленькая, прозрачная 429. А вот такая в форме яблочка или перчика 679. Яичница одна, кстати, осталась. Это металл, котик, 600 рублей. А листочков много. И бумажные с котиками. 49 рублей. А сколько штук? 50 штук. Хорошенькие. Интересно, видела емкость для масла и сборы силикатного стекла. Вот можно налить в одну емкость уксуса, в другую вот в колбочку масло. 600 рублей. А вот такая красивая емкость 615. Смотрите, классно. Друзья, ну на этом пока все. Спасибо вам большое за внимание. И прогулка нас сегодня подходит к концу. Но я думаю, что мы расстаемся ненадолго. Я с вами прощаюсь. До скорой встречи. Всего вам самого хорошего и пока. Пойдем в сторону Манежной площади. А здесь перед Новым годом очень красиво было. Помните? И каток, и елка, и карусель, и миллион народа. И мы с Сашей. Скоро здесь будут фонтаны. А слева дом радио. Это манеж. Итальянская улица, но нам туда, на Новый Шарик. Красивая улица. Впереди Невский проспект уже. Екатерининский сад. В этих больших вазонах будут расти красивые цветы. В том году сажали яблоньки, даже были маленькие яблочки. Вроде бы. Нет, еще стоит шар зимний, который не крутится. Скоро поставят летний. И пустят воду. Уже готовится. Еще закрыто на ремонте.
Все, метро.